В Симферополе сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования заметили двух подростков, которые разрисовывали фонтан у здания Государственного совета республики. Юных художников доставили в отдел полиции для разбирательства, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с ними необходимую профилактическую работу. Материалы проверки переданы в администрацию города Симферополя для принятия решения о привлечении правонарушителей к ответственности в соответствии со статьей 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях в Республике Крым. Спустя несколько дней на проспекте Вернадского полицейскими пресечены противоправные действия двух жителей Ялты 23 и 26 лет, которые разрисовывали остановку общественного транспорта. Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции. По результатам проверки в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.